Так, давайте. Пустые совы, там наверх можно подниматься, сейчас все будет. Да, Табрин, можешь доспекаться обратно. Спасибо. Так, Редзус, давай. Звездочка, тут еще Гильдаль. Печенька. Кто там еще? Слава, давай. Ромбик. И кто-то трусы можете поконтролить. Давайте, подходите. Все, раздавайте контроли. Давайте, а мы будем в черепок играть. Добивайте. Меньше. Какого меньше хп тех добивайте. Ромбик может тоже агрить. Агрите ромбик, это вот печеньку быстро сольете. Так, давайте так же самое, как я и говорил. Давайте, подходите на позиции. Ну, все, можете контролить. Давайте, трусы играйте. Эти трусы, а потом печеньку будем сливать. Знаете, потом ромбик. Все, убери, молодцы, идемте, резать павшего, и тот патруль добиваем. Вон еще трое ходят. Добивайте их через печеньку. Что там, Виталий Кун, заходи. Так это он просил замену что. А, это он. Иди покинь там ему какую-то. Выборы там другие. Вар какой. Это заклинание еще не готово. Что там, твой там тут? Хочешь пойти в ЦВК? Вот Форик. Форик 6-7 он. Сейчас Форик там Торин зайдет, он первым выстрел. Он заебал ники меня. Здоровый какой-то. Дайте шкаф.
Не, БДК на двоих, протопал на одном, талдрама на БДК напуливаем. Присты, два ханта на кинетике будет. Все, все тут можете фулл бафы. Дай там вару, дайте бафы, каску, кулак. Что там еще ему надо? Там кулаки раздайте. Нархейм. А кому-то в рейде. Чего? Глора нужна кому-то в рейде. Понял, дай кулак хантам и варам просит. Чек на пол. Кулака нету. Кромер, ты тут? Сейчас, подождите, он что-то пополофнулся. 3 секунды на 100 голды спорить. Что спорить? Ну я думаю, что Талдарам убьет Архерима. Так, давайте, все, все дали, давайте начинаем. Талдарама на БДК на пульте и не сдохните от Валонара. Тут кому-то там денежки прилетят, а кому-то нет. Археримит Хорн? Да, наверное ж. Дайте рост. Давай сейчас вихрь, она будет разбежаться, скажу когда. Так, смотрим, сейчас будет вихрь. Побежим. Генетика падает. Так, давайте Талдарама бьем, на ком будет гарем, скажу, она будет по рейду пробежаться, смотрит, стоит, бежит, позор. Смотрим, кастует, бежит, что-то. Ой, Талдарама подвели под темные ядра, аккуратно мерить. Правильно. Так, стоит, смотрим, бежит. Квазар. Так, давайте, Келесета точно бейте. Он сейчас улетит. Вихрь, аккуратно. Шары быстрее собирай, пока капля на тебе есть. Там два шара есть, выживет. Свой пружинки давай. Да закинь зубы на Белина. Давай, 2 секунды смена. Волнара добиваем, вихрь в центре. Когда будет один раз разбежаться, готовьтесь, скажу, когда разбежаться. Бегите. Ох, кинетика. Нормально, бежали. Все, стойте, добивайте уже. Кинетика. Блять, ну ханты, вы чё, охренели себе? Сука, надо было сказать, что я катушку заандролю себе. Ну не сказал же. Так сейчас скажи.
Да не, это неправильно будет. Похуй, заанролишь ты или нет. О, катушка. О, катушка. Надо кому катушка на мой спек. Ну, раз катушкой. Где боссы? Да, вот они. Так, ладно, это слабее, дам пусть там жить дальше. Ну, есть такой. Я уже такую шляму делаю. Ну, будет запасной. Если поломается первый, второй. Помер, можешь отдать. Законтрольте этого тактика сверху, кто-то присты там или паладины. Ну, или так. Избили, ну, короче, да. Играем в советника. Вот нахуя вы так делаете там? Бейте через печеньку. Мы жопу рвем, блядь, скиллы на ходу вытаскиваем, блядь. А вы хуяк, блядь, тарелка. Всем не рассказывает, куда ты их достаешь. Раздет вам ноль ведет. С турками играем. С чем играем? С турцы. Бить елка у меня. Пока они еще не закончили. Не, еще идет еще 5 минут. А какой счет 1-0 был. 2-0. Черешев забил. О, хорош. Да, Черешев нормальный вообще тип. Испанская школа. Объясните, Рахирима. Сейчас он на каждом трэше дохнет будет. Ригов не напасёшься, бей. Ну да, в основном те, которые дохнут, точно тактики знают. Он гонит, тоже нашел там сложность. Не, если только на мифику пойти, там да. Давайте там РДшки хилы на люстру забегайте, там не дамажится. Сука, я в жуке. Так, давайте проходим. Рахириму дайте фулбаф, а то упадал. Звездочки. Сейчас хилы минуты пьют, будем начинать. Не-не, это блин, дальше в сове иди сюда. Можете рыбку поставить. Давай, все, идем на позицию. Танк, идите на позицию. Все, танки, начинайте. Протопал не надо так начинать, тут обычно АДК начинает, сейчас зеркало пойдет по рейду и пусто танки, чтоб не был. Я
Набирайте лежу между собой, не стойте, с фактами сбегайтесь. Ну беги, блядь, сова. А на креве. Мы сбежали с фактом, берег пиги. Тени слава. Какие? Троящиеся. Бежалися. Какая я дамажу, блядь? Сколько? 8? По 24 тысячи. Тотем, выноси. Так, давайте, тотем, следующий цель, антифир, кинжись, это анимар будет. Подходите, а тут сейчас будут тени. Сбежались с пактом. Ну да, все, кушай сейчас. Да, антифир на Джулиана. Там себе кинешь. Атлуш, отходите. Ельдаль, по команде гимн на хп. Мелик из центра ушли, давай гимн. О, а почему с меня укус пропал? Я ебу. Бабу прожал. Так я до этого его прожимал. Как такое вообще возможно было? Посмотри, что ты очень много стал ДПСов. Мне такие подумали, не нахуй. Пусть подумал, что ты не достоин. Смарткил выноси. А куда он делся? Пропал. Я так, что там, рост откатился, можете раздавать. Это загадка, реально, кто знает. Редзуса выноси. Гимн на ману. Что там, Джулиан, дай гимн на ману. Убирайтесь. Давайте там приз какой-то на следующий. Так, Гильдай, сам по себе кинешь, добивайтесь. Эндру, эту лану добивайте. Хотя урон на тьму включи. Так включил. Все, добивайте. Чит надо кому-то на мейнспек. На оф. Войду нахуй. На оф. Ресните Рахирима. Заебали, так, это на офсе ролли фомер, на оф или на мейн? Ну, что там? Ну, Рахирим не надо, наверное. Фомер, значит, вин. Я не был. О, завоеватель НПС. Роль-то токен.
Хорошо, что мне только два спека собирают. Ты сам себя ограничиваешь. Можешь по 4. Не, у меня на половине все 4 собраны. Сколько там? Там хил, ДД. Ну, на 3. Просто собирать 4 спека на одном персонаже, это столько сумных намер. Это столько бонусов. ГБ. ГБ, да, это пиздец. Лучше 2 спека спокойно. Играйте по гневному ужасу, сейчас взорвется. Печеньку поставил. И ромбик. И трусы. Да мне надо души поднять, я сижу, блядь. Надо? 300 осталось. Они в обычке хорошо фармятся. Да, 4 десятки. Стойте, во дверях, сейчас все приведут. Заспайте слизней. Арли, собак, возвращайтесь, я сюда прям, возвращайтесь. Так, вот, добивайте ловушки, кируйте, сейчас я подойду. Молодцы. Ленточку. Что-то давайте ленточку разрулим. А чё вы там стоите? Попырарар.
ГП. Сколько на ГП, интересно? Нисколько. Косарь. 2500. Аукцион можно объявить. Дайте шкаф самому. Ваня, ты тут? Ваня. Может, голову без него? Кто каски бафает? Не кресты, оно все в жизни. 2 ШП, 2 ханта, 3 совы и африк на рейнджу. Все... Демон лучше пойдет. Не люблю стоять миллиард ДДшник. Ваня зашел. Че, он игрока еще зайдет? Так, раз, раз, слышно? Да. Кто там ленточку выиграл? Я. Вроде бы я, длинноухий, я там 96 выкинул. Там еще 94, но это гильдаль, но у меня больше. Передалось? Да, передалось. Так, давайте фулл баф и шут по рейнджу. 2 шп, 2 ханта, 3 совы и... Это 3 совы. Да, вы же разобрались? Ну, давайте. Не, пусть 3 совы стоит под боссом, я поставлю на рейнджу. Бля! Локи пошли на рейнджу. Давайте, чек на фулл. Лема не стою, да, так понял. Что-то просто выходит. Дайте каску варам. Дай мне ассист, а тебе лидер, да, мне что-то интернет начал отключить. Вот рыбу даст как на рыбе еще раз. Вархирим готов. Дай, Слава, дай Вархириму каску. Есть каска у меня. Ну, все готовы, начинаем. Ну, смотри, пожалуйста, Чира, кто на рейнже? Ты на рейнже выходишь вчера. Когда лужи выливаются, перебегать не стойте там в одном месте. Да, дали рост, молодцы. Один от оси сейчас будет большой в центре. Отлично,
Ратос сейчас будет 5 секунд и большой будет в центре паладин. Все, забирай. Все, видите двух мелких в центре. Да, стой, Хан, куда ты, блядь, пошел? Блядь, Хан, если ты забьешь, сейчас тебе хана будет. Так, взрыв сейчас будет, готовьтесь разбегаться. Все, взрыв, выбежали с центра, выбежали со своих мест. Блять. Так, давай. Пожалуйста, нормально, все. Квазар, все РДД на рейнджу выходим. Дексон, Ресса и Хатая. Какой-то еще друид, Ресса и Смарткила, если достанете. Не как, забери. А раньше много очень. Нормально, добивайте. Слава бабу. Все там молодцы, убили лес эти павших. Шип объехали. Да не будешь, Рой? Только на мейн. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круг. А я, короче, не роль. Да, понял. Я ж забирал шмот. Так, надо кому-то на мейн спек объект. Забыл просто. Надо кому-то грудь за 10. Мы хапал. О, без ГП заберут, так нет. Плюс они. Где ты там? Ну, только без ГП. Потому что там статы, в принципе, одни и те же, там единственная разница в узде. Ну это бисовая, короче, находит хуйня. Без ГП как-то это не очень. Ладно, нашу порезку хилили. Дайте рыбак. Смотри, у меня есть грудь геровская освещенная. В принципе, здесь только разница в крите и хосте. Все. Это РЛ пусть решает. Я бы не давал без ГП. Рыбку поставьте. Дайте там рыбу, дайте там фулбасы поварам, они там падали. Там каску обновите, 100 грамм, смаркил, хата, гильдаль, это фары, охотник, друи, прист. Споры два раза снулся, мы на крее длинноухий, третий раз не надо, если кто-то сдохнет, ну, его проблемы. Давайте, чек на пул. Подожди, Рамадан. Дети рыбу ешьте. Лапу и пристабав дайте, пожалуйста. Дайте лапу друида там просили. Ваня, дай пожалуйста, интеллект, инту. Все, давайте, все готовы. ДК, начинай. Сова, ты где этот хулипал? Ты чё, блядь, делаешь?
Все, больше не надо сноситься, там команда сами пусть бегут. Не Лизона только принесете. Это вы так вижу. Просто кто-то прыгал, нахуй, бог выпаднул на самом момент. Там Сарко. Давай, Сарко. Так, нету. Надо кому-то что-то на мой спектр. Всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько гадов. Мне нужны на мейн, а там кто-то ролил. Так они на сову не идут? Они на сову не идут. Не, ну если хочет, пусть берет. Просто и я не могу сейчас забирать ничего. Будешь брать сову? Ты единственный, кто ролишь, ты забираешь. Ребята, есть у кого-то мясо? Ну так, если же Диму они нужны, то значит он забирает. Они не идут на сову. Вот там Т-10. Ну, я не знаю, зачем он ролит. Ну, за половину на мейн спек, да. Да какой? Я прошлый раз не по полной дали. Но он один так-то ролит. Т-10 не вижу, что они на сову идут. Там даже лучше. Ну, там плюс броня хуй от кожи. Не, ну раз он хочет, пусть берет. Я правда не знаю, зачем они стоят. Слав, посидишь в кухне? Поставьте шкаф там, суманите. Дайте шкаф, Локи. А, ну может ПВП хер знает. Не, ну ролишь роли, я ж ничего не говорю. Это что на ШП и на Лука? Так, ты так уже не зря в рейд сходил, катушку Гир забрал. Если б не Лем, взял бы Талик. Бля, вот этот объект с нормала меня пиздец как бесит на локе, нахуй. Саваша, не, спрям. Лемы тоже, кстати, нормально, не знаю, что так их ненавидят. Так, давайте, Слава в кукле, смотрите, по бафам чего не хватает.
Что там не хватает? Чек на пул. Ну, то... Зови быстрее. Будем стопать ДПС, бурсы будем на твоих отдавать. Так, длинноухи. Говорю, сейчас вот перезайду. Длинноухи поставишь прирост? Всем привет. Да, поставлю. Привет. Здорово. Длинноухи заходи. Что, готов? Не, говорю, я только перезапускал, у меня там, наверное, остался еще персонаж, но я сам не в игре. Давай, заходи. И что, есть пати куда? Не, фу. Там что, бурцы не отдавать, что стопаем, да? Все, готов. Ладно, пойду выпью тогда. Давай. Так, мелики, подходите к профу, пока не пульте, подходите к профу. Паладин, пей кулку, слава. Давайте, все готовы, вы ДК начинай. Отличные новости, народ. Да нет, давайте. Бля, я случайно прожал эту хватку и банул. Заведи под зеленую. СМТ чему забери? Кидаем уложение на кухню. Пошел ты в жопу. Давайте, стопаем. Стоп. Не бейте. Давайте, хилы РДФ сет, ждем зеленого. Играйте зеленого. Давайте милики в центр. Милики в центр. Все, переводим профа. Не стойте в лужах, там двойная лужа вас сейчас убьет. Ну, передавайте так. Я встану. Хорошо. Давайте, красные бейте красных, зеленые к столу. Зеленые к столу, красные красных. Квазар замедляет красных, каркаша зеленых. Да, давайте, бурсты. Зеленые избегаемся. Давайте, зеленого сбежались, красного добиваем. Больше дамага зеленого. Все, смотрим зеленого, выбери цель, потом будем только сбегаться. Сбежали все. Добивайте зеленого. Все, играем в профа. Можно баг какой-то? Пельмени центр, дайте там на ухом какие-то бафы, по чарам бафы какие-то. Смотрим, сейчас будет пельмени центр, какие красные выливаются. РД красного, Америки профа играть, пельмени центр. Давайте РД бейте красного. Длинноухи беги. Пельмени. Давай, види под зеленую колбу, сейчас будет зеленый выливаться. Хилы РД в центр. Там в центре, внимание, скажу, надо будет к столу отойти, если пельмени полетят в РД зону. Так что готовьтесь. Смотрим, выливается. Сейчас будут пельмени, смотрим, куда полетят. Все, отошли в сторону к столу. Давайте, сбежались. Все, добили, играем в профа. Бегим на ману. Джулиан, дай на ману. Пельмени аккуратно. Так, она будет стопать, пока бейте. Сейчас будет красный выливаться. Допивай лужи, стоп профу, профа не бьем. Милики, ждите, пока выберет цель, потом будете в красного играть. Пельмени центр. Профа не бейте, играйте в красного.
Все, переводим. Зеленый к столу, красный уже бейте. Давайте рост. Играйте по своим дебафам. Давайте, зеленого сбежали. Сова, что тут стояло в центре? Сбежали в центр, сову. Отбежали, пусть товар выберет цель, только потом будете сбегаться. Сука, не плюнул второй раз. Так, давайте, отбежали от зеленого. Добили. Скажите, пожалуйста, когда будет 400 так. Нравится, сдай гимна ману. Так, паладин забирай. Паладин забирай. Так, забивайте без диванов. Это уебно, ты решил, типа, знаешь, что это такое. Ага. Может, увидите сколб? Все, ДНК. Ну, сейчас он поставил. Колба, ура. Не, пояс на хила, надо кому-то, на мейнспек. Ой, это ты свою тринку юзаешь? А не, погоди, у меня есть такой, блядь. Кому отдать этот пояс? У меня есть. Да, есть? Да, да, есть. Надо, по-моему, ну, Войду, отдай, пусть хилит. А я-то тут при чем, блядь, сука? Надо взрывать кому-то. Ой, иди сюда. Да, надо, блядь. Надо, надо. Неожиданно. Заебали бы два раза рубить. Дай-ка хоть один забирать. Да, ты поезд с духом пал, вообще заебись. Это профи сегодня вообще как-то без напряга убили. Просто Ваня рейд. Квест дайте на лече. Ромер, раз. Слава, заходи на вара сразу. Уже на два ТПМ уже получится. Ладно, сам. Нету риса. Это давай я, может, Тубурина спрякнем хила, а я зайду на Лока. Или Навара могу зайти подамажить тоже. Ну давай. Сейчас приедешь, комната будет адская. Тубурина, да. Спрякай себя в хила, похилишь. У тебя же там только аэродру остался, ты подлюка такая. Так знакомо мне сходить за Лока или Навара? На Лока. Да, все равно. А мы вайпер или нахилить кто будет? Табурин, там 4 хила. Что-то есть, да? Тут 4 хила нормально захилит, даже 6к. Тут в 3 хила хилит, если что. Как-то вообще вдвоем хилили, не помню, с ДСРом вроде. Нет, это был улетело. С сакральным. Я тогда с ним рейд ходил, и меня Валька унесла, и там 2 шамана тупо соло хилили. Пока на топе поедем. Да, пока дай 500. Так если заливать ману двум шаманам, они выхилят вдвоем, тут все нахуй. Ну а у нас тут один хил улетает, все, и вторым хилим, хилим. Дай там шкаф на лече. Че, мы на допе по не успеваем, что он себе 2.5 накинул? Он не успевает, мы успеваем. Не, я просто мало ли мы сейчас... Там байпаться будем. Видите, они, он не верит в нас, короче. Мне кажется, мне, ну, не стоит его брать, рейк. Ага. Ах ты такой, не веришь, блин, знаешь, по-любому. А я могу, кстати, еще на пала зайти. У меня пала не на куда. Не, не надо так, паладины по бафам. Хромер, станешь... так, станешь первую печеньку, короче. Анаквиль... Первый ромбик, берин, первые трусы, вторую печеньку. Так, у вас код есть? Рэл, я сменил спейк, я покончал шкан. Да нету, ничего страшного, ладно, короче, будем так ставить.
Так, запомнили, как станете, да? На второй волне будем станеть Фромер, когда третья валькира спустится, дашь мостан. А потом Белин, потом Анакрири. Я скажу, когда там все. А что, зачем мостан? Так у нас там котов нет, вроде нет. Так давай я на Пала зайду, я Палом тоже. Не, не надо. Тыкайте на сумму. Че, у нас Войт на кого заходит? Да он же бомжовый, там 5.8, хитила шмотня. Не, я имею в виду, в кого он, на кого он заходит? Какой-то Войт Шторм. У Войда код есть. А, да. Там ошибочка, короче, Фромер, станешь все печеньки, Берин все трусы, а накрыл все ромбики. Там протопалас там вкачанный. Зайти бахлар. Так, охотники, первый шаркающий ромбик станет, ну, Диспелит Халк, сам квадрат смарткилл будет диспелить. Давайте все тут. Чек на пул вас там добафывает, принимайте, запущу пока. Дайте рыбу, холбаф. Цепь, подиспелишь? Да. Так, 100 грамм, смарткилл вы тут. Там пул бафы обновите. 100 грамм тут. Давайте, запустил лича там, смотрите. Дайте фул бафы. Ваня, теперь каску бафы. Выключите, ставь охотники. Ваня, у тебя рыба есть? Да, кому дать? Поставь. Ну, кому дать? А, дайте, я не знаю кому. Надо кому-то рыба. Дайте обмен, поставлю печеньки обмен. Дайте лапку. Протопала нету. Кто там, Берин, раздай всем каску. А, лапку. Берин вместо прота. А что, Дан, что у тебя голды нету? Камней поставить пояс. Не, есть. Это ж просто я недавно взял вчера. Ой, не вчера, я уже не помню туда. Я не успел. Нихуя себе, он говорит, вчера взял, и до сих пор камней нет. Вчера я не помню. Но я могу поменять пояс там, где есть камни, но я думаю, это будет трофитнее. То есть на один пиздец. Ой, давай не выебывайся. Так, давайте, Давайте, закройте. Помолчите уже, все, босс. Свобода слова, гильдий. Блять, я с Украины, какая свобода слова тебе? Ну я с Белоруссии, это вообще пиздец. Так, смотрим шарк, еще РД проходим. Так, смотрим чума, 2 секунды. Забирай шарк еще, забирай. Так, поставил ромбик. Смотрим чума, Даксон выноси. Ловушка сейчас будет. Ловушка сейчас будет. Милики, БДК, все проходите милики. Так, смотрим ловушка. РДД. Так, давайте чума смотрим. 2 секунды, чуму выносим. Рау чума на... вытягивайте издалека. Рахирим, выноси. Диспел. Диспельте ломбик, охотники. Так, РДД, милики проходите тоже. Так, смотрим, сейчас будет ловушка. Милики, ловушка, милики, шаркащики. Вылез, чума 2 секунды, чума на 100 грамм. Нет, не на 100 грамм. Так, на мне. Диспел. Все, мелких больше не забирай. Второго шарка еще поставил квадратик. Второй охотник диспелит. Прошли дальше. РДД. Все, можешь теперь мелкий трэш забирать. Паладин, иди на край. Паладин на край, ДК к нам веди. Можешь мелкий трэш забирать, там один шарк вообще тебя не убьет. Стой. РДД проходим. Чума, смотрим, чуму выносим. Дайте каплю на протопала. Рахирин выноси. Диспел. Все, протопал на край, уходи. Смотрим, сейчас будет ловушка и на край. Все, на край все ушли. Так, давай. Редзус, щиток на себя гимна манут, а тайм ставим.
Так, два охотника по сверкам играете. Протопал-то мелкий трэш на себя. Сверки летят, сверки. Так, давайте последнего духа. Кнопочки чаще жмем на нем. Так, по команде паладин заберешь. Так, сверху летит, сверху... Нет. Сверху сбейте. Протопал забирай. Покидай костные язычи, наверное, еще. Все, там задут эти дневного, идем на центр. Стали все звездочку. Ну что, на леща тоже профит, наверное, что? Да. Блять, кто ему корни дал? Так, давайте, смотрим, сейчас зольки сливаем. Так, сливайте, сливайте, сливайте. Все три сливайте. Так, милики вышли, осквернение, осквернение под валькир вышли. Блять, ну как всегда. Еще и под валькир. Трусы бейте, трусы. Пытку в трусы. Все. Трусы добейте, трусы. Добьем, добьем, бьем, бьем. Вышли служи, вышли служи. Идем на центр. В эту сторону Геру. Будем лететь. Дайте Геру. Стали звездочку. Дайте звездочку, стали или чат или нет нас. Будет валькира спускаться. Первая валькира и разбежаемся. Там скажу, кого сливать, если что. Давайте. Готовьтесь. Вышли. Так, сливайте через трусы. Через трусы играем, все три желательно, дайте мастаны. Давайте, давайте, сливаем. Так, минус 2. Ладно, а давайте хилы РД на оранжу, хилы РД на оранжу. Милики на оранжу вышли, милики. Осквернение, Дексон. Давайте звездочку. Ладно, ты дальше и сверкил сливаем. Встанем, сливаем. Да, давайте сливаем. Две валькири в центре сливаем. Я в ромбике. В ромбик играем. Ромбик трусы. Ромбик печенька. Давайте печеньку и ромбик играем. Ромбик. Ромбик. Давайте, давайте. Все, слили. Глаза раскрепнения. Веди на центр. Сори, да, я залил твой порт. Так, давайте все в звездочку. Отдавайте свои бурсты. Будет спуститься третья валькира, будет осквернение. Не залейте валькир. Да будет разбежаться. Так, давайте, готовьтесь. Сейчас будет третья валькира. Давайте, готовьтесь, готовьтесь. Все, вышли с центра. Я трусы не смогу заставить, мальчик. Давайте, через трусы играем. Давайте, трусы печеньку играем. Все, улетели, играем в лича. Да, нет, блядь, ну, все, улетели, можно, короче. Все, слили, молодцы, играем в лича. Подведи в центр пока. Ухти. Так, сейчас будет осквернение. Килы РД на рейнджу. Давай на меня, сука, лужа. Милики вышли. Милики вышли. На центр. Давай на центр, стан валькиром, валькир сливаем. Стали звездочку быстро. Звездочку. Звездочку, веди на край. На край веди. На край. Веди на край, все на край, все. Все на край. Давайте, сделайте лича, дайте мастаны. Все, переводим. Все на край, давайте. Так, Джулион, щиток гимна ману. Тотем на себя. Че-то тотем ставьте. Ханты, бейте. Присты оставляете точку на духов. А че протопал упал?
Второго духа на пуле ВМ. Второго духа на пульте на БДК. Ханты на БДК на пульте. Забери. БДК забери, БДК забери. Давайте, в нового духа играем. Попал хоть на платформе, нет? Нет. Сверху побейте. Вот третьего духа на пулите на БДК. Третьего на БДК на пульте. Сову на пульте. Только печеньку бьем, диспелим слава с БДК. Ну ханты бейте сферы. Че раз говорю? Давайте нового духа бьем. Даксон резай 100 грамма, прямо сейчас 100 грамма резай. Только печеньку бейте. Сферы бейте. Стоп под духом, сферы бейте, стоп под духом. Дайте капли на БДК. Играем наивного духа. Валера, придется тебе потрудиться. Ничего страшного. Давайте перечтеньку и за мной ходим. Давайте, проходите, проходите, хитрите, нормально все. Духа, духи, духи, духи. Блять, да шо вы? Духа вбейте. Так солнце косвитое бить. Их смотри, человек умерл. Давайте, бежим дальше. Бежим, бежим. Аркаша на БДК. Аркаша на БДК. Так, после комнаты. Духа вбейте. Сука, духи вбейте, летят. После комнаты табурен резнешь. Даксона, бежим, бежим дальше. Реснешь Даксона, Борем. Давайте, играйте по луне. По луне все. Присты светите, будете духов хлопать. Благодаря гневных духов. Все, уводи перед мордой духов, не стойте, рахири, не срывай. Колбою. Ушли из-под духов, играем по второму духу. Поставил печеньку. Ушли, смотрим, сейчас осквернение будет. Или не будет. Не, не сейчас. Давайте. Лужа, вышли. Присты хлопайте духов. Чарам. Всех печеньку играйте. Хлопайте духов, присты. ДК, веди на середину. Дайте СС, СС, вставай, вставай, вставай. Да, лучше падайте. Короче, блядь, Даксон в комнате бежит, звездопад дал и прям в бомбу забегает, блядь. Остальные тоже хуй знает. Вы чё, в звезду не можете прибежать? Вы чё, упали там? Да. Блядь. Чё, не хили? Нет, не хили. По времени чё, успеваем? Нет. Нет. Сейчас тогда я зайду. На вторых файлах постанов вообще не было, ноль. Почему на свальке улетает вообще? Станов нету вообще. Замедления нет. Замедление не пока достает и лужи, и тотем. Без замедления они улетели бы, не знаю, быстро. Вот станов нет. Не знаю, как-то быстро они летали. Но они без замедления летят. Сейчас скажу, 14 секунд. То есть с замедлением, блять. Без замедления 7 секунд. С замедлением они 14 секунд, они вполне пролетали в это время. Протопал, что улетел на вальку? Да. Там ДПС еще слабый, валя хуёво бьют. Давайте. Что это за печать, с которой ты берешь? Где печать порчи? Что это за печать у тебя? Праведность у него стоит. Давайте прото там Бетрика спичница, он Марс сказал, что у него есть прочек. Знаешь, у Шувара против есть. Блин, неплохо справляется. Надо заменить Фромера, наверное, и Аудасиусу зайти на этого, на Ретрика лучше. Какой с варом будет? Станов нету. Там есть где какой-то авсалкадос карьер? Гнев небес почему-то дает. Ну я там. Золотой гнев небес.
А на вторых фазиках в том-то дело, что не давал она. Ничего вообще не давать, ноль стана. Кроме спасибо, но тебе еще рановато для Геры. Ну там, блядь, если я его передамажу. Дайте шкаф. Шардов нет. Так, это что там, Берин все трусы, она крей все ромбики, зигспал, все печеньки. Сумните зигспал. А, что там, Рехрим умер от срыва грозного, да? Да, дух срывал. Давайте фулбафы. Ханты, распределите первый и второй дух. Как фридомы. С духов на пулы, на танках распределите. Да, там перед жатвой там один дух сорвался на тебя. Ты не умер чудом. Вы Зигспалу сказали, что он станет? Да. Чаран тут. Чаран, подходи. Может кто-то есть там в гильдии нормально еще. Это походу он вылетело, ничего. Я его пикнул случайно. Теперь я захожу. Или мы бесполезны, да? Давайте институцию, я тоже запускаю. Или мы, наверное, в ПВП интересно, да? Скидывать там пацанов. Собрыва. Крик на хп дайте. Он FPVE обычный, РДДшный, как и все. Вчерам поставь тотему. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики служат доказательством безграничной мощи. Я выключу музыку, пожалуйста. Кого гильный-то там стоит? Да будет так. Герои в атаку! Так, давайте. Бой начинается. Мелики, ловушка, РД проходим тоже. Смотрим на чума 2 секунды, чума на... Так, табурен выноси. Диспел. Диспел по рейду. Мелики. Тут в печеньке надо стоять. РДД, чуму вынести. Чума на диспел.
Милики, милики. Шарку еще забирай, РД ловушка. Смотрим, чума 2 секунды, чуму выносим. Чума на... Чарам выноси. Не стал. РД, дайте каплю на протокола. Больше мелкий трэш не забирай. Второго шарка еще в квадрат диспельте. РДД, все на край милики, аккуратно не улетите, протопал на край, уходи. Дайте зубы на ДЦ, дай зубы. Диспел, диспел. На край все. Диспел. Пиздец, а 100 грамм войд бомжи, бля, рассекающим будет. Давайте, бьем духа, на гильда или гимна манну. Ханты, присты, бейте шары. Давайте на этого духа кнопочку чаще жмем. Все, паладин забирай. Сверху в центре. Все, идем под лича. Отверни только духа. Духа отверни, да, отверни, отверни, отверни. Стоим за звездочку. После того все, введи в центр. Давайте, валькир на стан, валькир сливаем. Види, види, все нормально. Вы вышли из-под валькир, милики вышли. Вышли, милики. Ромбик, ромбик, пытку в ромбик, пытку в ромбик. И трусы добивайте. Види в центр. Давайте, Дера. Протопал, трусы застанешь. Ретрик, скажу, дашь гнев небес. Все в звездочку встаньте. Кто там свой сбоку стоит, в звезду встаньте. Шейдинг, встань в звездочку. Так, готовьтесь выйти из центра. Вышли, 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 вышли. Вышли. Сука, я в кружке. Давайте, две валькиры. Через ромбик играйте. Ромбик, ромбик больше. Дайте стан ромбику. Все, молодцы. Дал. Все, молодцы. Кружок. И трусы, кружок добивайте. Все, стоим на ренже. Сегодня это дом на ренже. Милики скажу, когда выйти. Милики. Вышли, милики. Все, мы наклеили. Так, давайте на эту сторону прям бегите в звездочку. Давайте сюда, сюда. За лича прячьтесь быстрее. Охотник трапы. Валькир сливаем. Стан открылись. Давайте бурсты. Давайте стан, стан, стан. Все три сливайте. Через ромбик. Ромбик приоритет. Ромбик, печенька играйте. Все, печенька. Давайте, давайте печеньку. Печенька, потом ромбик и трусы. Вышли милики с кадмини. Давайте ромбик, трусы бейте. Ромбик добейте, там я. Вышли, вышли, вышли. Вышли, не при... Блять. Нож. Блять. Бегай, долбоебы. Филин, ты просто бегаешь под ними. Чертишь там фигурки на земле какие-то. Почему ты не можешь побежать просто в одну сторону? Ёбаный бред. Там просто попал, стан отдал, все, он там уже не надо, всех валькирах. Заслуженное ГП.
Так, давайте убиваем это говно, идем там в ЗК или РС, куда-то пойдем. Чем больше вы косячите, тем дольше мы тут сидим. Логично. Один раз нормально все сделайте и разойдемся. Рима, что ты пишешь по него, если ты сам так же сам до последнего наличия стоишь в центре? Рима есть? Блин, давайте это ОМНО убивать, мне тут выходить надо, тут три серии анимешки уже вышло. Что, давайте. Какой? Сказание о демонах и богах. Так, давайте все тут, чек на пул, вас там пока добавят, принимайте. Аркаша, Свартил. Даня тут? Давай, да, ничего, запустил. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри? Мы даруем тебе быструю смерть, Ардос. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Так, давайте 2 секунды, бой начинается. Делаем все правильно, расходимся. Ну, давайте, если звездочка это звездочка, то стоим в метке. Так, ловушка РДД. Чума 2 секунды, чума выносим, чума на Магнус Диспел. Так, ловушка. Милики, милики. Так, ловушка. По БДК милики все проходим. Чума 2 секунды, чему выносим. Чума на длинноухи. Диспел. РДД. Забери двух шаркающих, двух мелких с РДД. Так, шаркающий вылазит. Или не вылазит. Так, вылез, давайте. Ловушка РДД. Милику. Не, РДД. Длинноухи выноси, диспел. Диспельте шаркающих. РДД, милики, к нам идите. Диспел, дай каплю на протопалы. ДЦ, дай зубы. Так, смотрим ловушка и на край будем идти. БДК, БДК, в стороны, милики, в стороны, в стороны. Бля, там в сторону некуда было бежать, там, блядь, там все. Бля, навигатор, блядь. Только не говорите, некуда было бежать.
Ну, блять, между перед ловушкой стоят обычно, они ходят. А вы кто-то побежали, блядь. Так если бегать по КД хороводом на этой платформе, так можно в ловушку всем попасть вообще. Всем привет. Всем привет. Если бы вы бежали не в РДД зону, а просто на край, то вы в ловушку не попали бы. Я говорю всем привет. Оставался у босса 1% до переходки. Можно было его уже не бить. Надо было просто на край бежать. Всем привет. 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 Что случилось? Хуйня случилась. Какая? Хуёвая. Большая. Серьёзно? Серьёзно, да. Мне зайти на кого-то или нет? Давай, заходи. На кого? А кто есть? Ой, да кого тебе надо? ДД. Я только РДД. Ну, заходи. И два раза дал Войду ГП. Да он Войду... Поэтому зарастекающий. Правильно, зарастекающий. Так, 100 грамм, ты тут? Угу. Где, отпустите его? Я сейчас зайду на лог. Или на мало. Я не могу тело покинуть. Слава богу, живи. Слышь, релоуд. Напиши. Мне зайти на кого-то или нет? Не, пока все есть. Угу. Тыкайте на сумму. Есть рыбу взяла. Слава, ты что, тоже улетел? Нет. Чего? Ты тоже улетел на ловушке? Угу. Тыкайте на сумму. А ты что, не улетел, что ли, блядь? Выйди из мира и выйди. Все, есть. Юрий, Слав. Я говорю, ты что, не улетал, что типа, ничего удивительного, нет? А Валера, когда улетает, он просто потом типа, бля, я вылетел, пацаны, сори. Я сейчас тоже на самом деле вылетел. Не, РК сначала... Давайте, если тут кушаете рыбу, давайте фулл баф. Чек на фулл вас пока дебафует, я запущу. Стой, не запускай, подожди. Сейчас, подожди. Пейте фласки, то бомжи. Ваня, вы налечи? Да. Доктор, почему? Смотрила, каша, скрылетик тут. Дайте лапу еще. Смотрил, скрылетик, вы тут готовы? Скрылетик тут? Ваня, если скажешь, я за... Ебать, ты выпил? Лапы нет. Не смей хамить. Лапы нет. Карлик тут, алё. Дайте лапу. Я вену. Заходи на мага. Сейчас зайду. Слава, ты весь смовик запорол своим вылетом на ловушке. Может, он специально снимает мувик, как надо на ловушке летать. Это заебали. Типа урок для тех, как не надо летать.
не проводят лича с миликами сзади за лечом во время каста до ловушки. Сначала ловушка ставится, потом все двигаются. Не бывает такого, блять. Не делается так. Не бегают люди до ловушки. Если, ты блядь, свое оправдание говоришь? Нет, там 6 человек улетело, и все они улетели вместе со мной. Это последняя ловушка была, которая уже вместе с РДД. Ваня! Ваня, давай правый везде, везде, Орион! Мне похуй, что там было, вообще доебать. Ты слышишь меня? Что такое? Давай правой звезде со звездой Ориона, Бетельгейз за партию. Ты же умрешь. Я понимаю, что конечно, праздник в Украине, по-моему, ты там совсем здорово. Ты ему платишь. Ты хоть там сможешь играть? Не тому туда. Давай, не тому дал, да. Так праздник же завтра вроде, не? Ну, уже наступил праздник. Тыхните, сегодня покрова в Украине, ну, православных. Здравствуйте еще раз. Так, завтра еще выходной нас сделали. А зачем вы меня пригласили, а потом... Бля, можно лучше не брать, Орей. Кого? Слышишь его голос? Не смей хамить. Ладно, Петрий, кидай мне МК. Так, а я... Минск. Магнус кинул. Слава богу. Минск, а что... Так, давайте, все тут запустил лича. Он был пьяным, когда ник создавал. Силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через это дети отличаешься. Станьте всех печеньку, РДД. Давайте 10 секунд, и бой начинается. Слава, отойди нахер, тут БРов нету. РД ловушка. Чума 2 секунды, смотрим, чему выносим. Чума на стереотип. Дистал. Так, ловушка Мирики. РД. Лава из-за чума на Тарам. РД ловушка Америки, проходите. Так, Мирики ловушка, Мирики. Шарк вообще вреди. Шедиум, Реса и Даксона, чума. Реса и Даксона. Так, Шедиум, Рес. Падаем, падаем. Ничего себе, это Шедиум, это пал упал. Пришел. Как ты упал? Что такое кончилось?
Лича стаунтилт по-любому. Падайте, вставайте, бегите. Слава, ты Лича стаунтил? Ну, он сорвал. Шаркар почти догибал. 80% Берса не снимается, ему пробило. Есть там какой-то ДД в РК там заменить сову? Есть, маг. Да не, нам маг не надо. Ну, ты же сказал РДД. Или мне послышалось? Ваня, тоже последний трай. У меня 2 милика и 1 РДД. Да у меня Шаркара сдох, у нас сдох от удара или чё? Да, он ещё сдох. Шаркаря, ну что вы? Пробой, да, не про протопал. Просто стаунтил, походу, потому что там огромное с запасом было. У меня нет цели. Да, у него провокация. В аккаунте есть. Стойте, там архиры рисовались. Можно было не смотреть, я и так где-то знал. Потому что я смотрел на омы. Так нахуя он это делал тогда? Я не знаю, можно накопить. Ладно, разрабатывайте такие, которые хуярят, там типа урон дополнительный наносит, ну, вар. ГП, значит, ГП. Наказывать надо таких. То есть он шот таунт нажал? Да. Ну да, он затаунтил, я же сразу сказал, потому что я следил за агро с пула, всегда слежу. Когда уже достаточно набираю, потом... Шо, долбоёб, зачем ты Фурика стал? Сука, говори не специально, идите в жопу, блядь. Пошли в жопу. ГП ему, ГП это. Рассекающему человеку. Закрой рот, нахуй. То что? А чё, ну Слав, чё ты посылаешь? Сука, говори не специально, нажал, блядь, вы сидите мусолите, я вам сразу сказал. Да, не я рассекаю. Ты не виновен. Это обстоятельства. Там у тебя за макрос поменять стойку, а потом только таунт прожать. Да, там просто стойка на букву Е. И на четверке макрос таунт стоит. Нихуя совпадение, блядь. Менск, мне на тебя, Анка. Как вроде. Да, бывает. У меня тоже, если случайно нажму стойку другую, то бывает, что таунт нажимает. Что там, сумасшедший, рот уничтожает. Прочитай ПМ. Рот, умойся. Давай, чек на пыл вас добавь, я пока лича запущу. Берин тут. Аркаша. Крест по локам. Бластрай, короче, Ваня. Говорю сразу. Угу. Аркаша тут. Дань. Как это ластрай? Давайте. Лича запустил. По местам своим, смотрите, бафы там, пишите, что не хватает. Лапу. Неужели прибыли наконец? Лапу дайте. Дайте лапу. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть. Там рыба стоит, может быть. Чё за тотему Гарготы? Сцепление природы на ману. Ну так, от ДК баф есть. Каску бы ДК, пожалуйста. ДК ж как когти есть. Ману убери. Ману убирать, я женг. Чё я тебе поставлю? Хил поставить. На ману от Чугэра генить буду. Давайте, 5 секунд бой начинается. Убиваем, расходимся.
РДД. Чума 2 секунды, выносим. Чума на рот. Достал. Не бегайте перед шаркающим. РДД. Милики проходите. РДД. РДД ловушка, Мирик, тоже проходите. Шаркающий вылазит второй. Давай в него таун, только когда он уже вылезет. Так, РД ловушка. Чума 2 секунды. Чуму выносим. Чума на квазар выноси. Все, стой, милики, милики, давайте к нам, к РД зоне. Ник протопалу. Дайте каплю. РДД, милики на край тоже идите. Дайте каплю на протопала. Смотрим ловушка и на край сейчас пойдем. Все на край. Милики, аккуратно. Не улетайте. Слава. Диспельте. Гибдаль, давай гимн оману. Диспельте еще раз. Ой, ебаный в рот. Присты ханты на сверхах. Вот топал мне отлетаешь с рейда, забирай. Ханты, бейте сверхи. На переходке в паладин заберешь, скажу. Все, забираю паладин. Сверка в центре. Отверни от рейда. Все, идем на центр, только духа отверни от рейда. Полукругом веди. Так, давайте съел звездочку. Давайте валькирин стан. Валькир убиваем. Геро давать, нет? Не-не. Не смогу, я стану. Да, через печеньку играем. Вышли милики. Вышли милики. Рудзес. Давайте печеньку, ромбик бейте. Ромбик там стан дайте. Рудзес тоже жихим. Веди в центр. Давайте просто. Веди, веди. Все в звездочку. Стойте точно в звезде, а не вправо-влево. Спустится валькира, скажу, разбежимся. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли. Давайте опять. Первую сливаем. Ну что, смеете, что ли? Первую. Уже залили. Пиздец. Просто стоите мне и прыгаете, как можно было не выбежать. Давайте вас трай, если мы сейчас не убиваем, то я распускаю рейд. Саша, ставься на один трай. Не, Вань, надо уходить. Давай. Люди ждут уже просто. Добираю, убьем. Гильдаль, да, разлил лужу. Там походу движение валит. Не, я нормально убежал, а там... Нормально вышел. Я нормально вышел, не надо. Кто-то по ней бегал. По-моему, варвар. Смотрю, она вообще в центре. Причем она от центра ближе туда, где, куда летели вальки. В любом случае, ты должен выносить было туда и влево, или вправо.
Да, не спекайся там у демона тогда. Угу. А, можно вопрос? А что за бред? Мне пишет, что... Все, удачи всем. Давай. Прежде чем зайти в гер, мне надо в обычке его убить. Что это за бред? Давай, сейчас тебя пустим. Вон ралли, бей. Пусти его. Вон, возьми ралли, я зайду на пауэр. Вон лучше был. Пускай еще один стан лишний был. Вы как впервые в этом рейде, что никогда не было в 25-е. Все на пауэр зайдут. Пускай он зайдет, варом все равно мало дает. Кто я? Квест. Надамажил, блин, не забывай больше, чем ты на целый дям. Ну конечно. Стойте, Валька, стойте! Ну. Там три паладина есть нормально, сиди на варе. Если бы мне еще истерию как тебе кидали, то я бы еще больше надамажил. Ага. Ваня. Что? Что, впервые в этом рейде? Походу. Ваня, ты кинь как-то престов, чтобы они хилили магов там, кто не хилится, он там поменяй как-то. А мы не сдохли. Ну, да, все равно отхил. Отлично. Всё, ты устал ГП давать даже, да? Кому буду давать? Тем, что стояли в луже. Почему не знал? Два раза ГП прилетел? Центр лужи был по ходу движения валик. Я не видел, что он куда-то вынес в сторону её. Я он выносил болт. Плесонидик, ты считаешь, что Гильдаль правильно вынес? Я так не считаю. Подожди, подожди, пусть Плесонидик хотят. Там можно было вот выйти, реально. Вот, там, да, кстати, где-то вот здесь было. Там дурачков попрыгали и все, вот и лужа еще раз. Да, там два каких-то игрока попрыгивали, видел. А вперед нельзя было унести туда, где не было валик? У Вальки-то край идут. А если в центр понести лужу, то там ее не будет? Вперед это куда, в центр, что ли? А че бы нет? Зачем в центр? Потом Вальки. Оттуда будут... рейд весь ушел, он свободный. Потом место. Вальки 5 секунд до края летят. Всем привет, ребят. Привет. Чек на пол, я хотя запущу бафы, давайте. Погодите, я тут хуй потестил. Эти бафы. Я на авара можно чарить. Батарея готов? Поворот. Центр лужу нести, это тактика дебильная, блядь. Давайте заливать рейд пока. Запустите луча, там бафы дадут, идите в метки. Лапу еще дайте. Все дело в том, что не он один виноват, а все, кто в ней стояли, виноваты тоже. Дайте лапку друиды. Вы этого понять не хотите. Вой этот, вой, у вас там 5 штук, кидайте на них подрезать сухожилия, если вы не кидаете. Но будет всех замедляет, ты че? Да, он раз... Сейчас все пять рвотных к нему еще замедляет. И соло раскол стак делает. Да нет, ты спектакль не забудьте. Угу. Давайте, бой начинается. Протопал, все проходим. Все проходим. Блять, ну... Табурен, арест своей Бетельгейза. Табурен, выноси, выноси табурен, потом риснешь. Не сказал. Табурен, ресай. Не ресай, стой, проходим, проходим. Не... Все, теперь ресай. Бетельгейз станешь после заражения. Давай. Быстрей. Захильте, захильте. Дайте там по нему МК. РДД.
почему Дексон не стал? Медлики, ловушка, медлики. Далеко не растягиваемся, там еще много процентов. Шаркающий вылазит, протопал забирает. Так, ловушка РДД. Выноси, диспел. Диспельте шаркающих. Протопал, уходи. На край протопал. ВДК, веди к нам. Все, все, стой. Давай, сейчас будет ловушка и на край. Смотрим, ловушка. Дайте каплю на протопала. Все, на край все ушли. Ушли на край. Протопал, уходи на край, на тебе ловушка. Дайте зубы на протопала. Дальсон, Реса и Рахирима. Захитите его сразу. И даль, дай им на ману. ДК, забери. Падай. Не резать никого. Ну я собрал, как увидел, что он сдох. Почему вы падаете? Все прикончается. Каплю не кидайте. Кто так уже? Подожди, Ваня, что-то не то с этим ридом.